Всем привет! Делюсь рыбным блюдом зубатка с рисом, он же плов из зубатки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, и гоу готовить! Вообще зубатка очень вкусная и полезная рыба. У нее нежное мясо, и нужно научиться правильно ее готовить. Многие задаются вопросом, как приготовить зубатку, чтобы она не развалилась. Один из вариантов – положить ее в подсоленную воду на несколько минут. Так при тушении она сможет сохранить свою форму. Рецепт. Ингредиенты на 2 порции. Берем зубатку, один кусок, рис, лук репчатый, морковь, помидор, чеснок, воду, масло подсолнечное, соль, специи по вкусу. Сначала несколько раз промываю рис. Затем мою кусок зубатки и оставляю его в подсоленной воде на несколько минут. Затем из зубатки удаляю кость и нарезаю ее на кусочки. Теперь займусь овощами. Нарезаю лук полукольцами, морковь кубиками. Помидор также нарежу кубиками. Морковь нарезаю крупно. Сколько бы ни смотрела рецептов, как приготовить плов, везде там морковка крупно нарезана. И уже по опыту скажу, так вкуснее. Чеснок порежу на 2 части. Теперь эти овощи обжарю на сковороде. Сначала лук, потом морковь, затем помидор. Овощи готовы, добавляю рис.
Рис заливаю стаканом воды. Главное, чтобы он полностью погрузился в воду. Как вода начнет испаряться, потом еще добавлю полстакана воды. Выкладываю на рис кусочки зубатки. Вот таким образом. Также сразу добавляю чеснок. Накрываю крышкой и тушу на медленном огне около 20 минут. В это же время добавляю немного воды и соль, специи по вкусу. Из специй у меня черный молотый перец и хмели-сунели. В процессе приготовления блюдо несколько раз мешаю. Ну что ж, плов из зубатки готов, можно пробовать. Всего лишь 30 минут приготовления, и вы насладитесь этим замечательным вкусом. Всем советую, попробуйте эту вкуснятину. На своем канале «Рецепты просто» я уже готовила блюда из зубатки, можете их посмотреть. Это рыбные котлеты из зубатки, суп из зубатки, зубатка в кляре и так далее. Если видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и делитесь своими рецептами, что вы готовите из рыбы и готовили ли вы когда-нибудь зубатку. Были ли у вас сложности при приготовлении зубатки? Благодарю, что досмотрели это видео до конца. Всем желаю приятного аппетита и до скорых встреч!